Всем привет, с вами Пашкевич, и сейчас я хочу поговорить на такую тему, да, в которой я буду рассказывать, к чему приходят споры между ютуберами насчет копирования зарубежных блогеров. Погнали! Я хочу, чтобы ты сейчас же подписался на мой канал, да, и поставить лайк. Многие знают то, что сейчас блогеры собачатся насчет того, то, что один блогер, допустим, тот же самый Фострос, да, он придумал интересную идею. И эту же идею, ну почти такую же идею, буквально через дня два запилил другой блогер, да. И получилось так, то, что чувак, который смотрел Фостерса, увидел почти такой же. Подчеркну, почти, потому что многие блогеры делают то же самое, что и Фостерс, только у него какая-то определенная тема, да? А у именно блогеров, которые это все сделала, да? У них не похоже на то, что делал Фостерс. И тем самым блогеры начинают друг друга накатывать, точнее не блогеры, а именно подписчики, смотрящие, допустим, Фостерса, нагоняют на того же самого мистера Огонечка, кто знает, молодцы. Вот. У мистера Огонечка почти такой же контент, как и у Фостерса. У него свои видео тоже с его мнением. И, ребят, реально, вот что Фостерса смотреть, что того же самого мистера Огонечка, мне вообще пофигу, у них реально нету ни одной схожей идеи. И вот если почитать, допустим, комментарии под Call of Duty скатилось их говно. Тут загружается до хрена комментариев. Тут чувак пишет, Кинкин, у тебя видео как у Фостерса, плагиат и картинки очень похожи. Капец просто. Вот я о чем и говорил. Сейчас люди пытаются найти сходство между разными каналами. Здесь чувак пишет, мистер Бен Кинг. Музыка сворована у Фостерса. Идея видео сворована у Айтипедии и Фостерса. Ребята, ну что это за пипец? Реально просто. Я сижу, читаю комментарии. Да, я реально сижу, читаю комментарии. Разных блогеров. Просто мне интересно, реально. Интересно, какой срач происходит. А то видео говорят, о, я читал комментарии, когда он не читал. Хотя, вот, я лично знаю то, что Огонечек читает свои комментарии. И здесь он везде отвечает на такие комментарии. Вот. Диз. Потому что украл тематику. Идею, превью картинок. Да еще и музыку, как у Фостерса, поставил. Ребята, ну не согласитесь же, что это полный пипец. Просто. Хочу сказать, вкратце подвести, так скажем, итоги. Не пишите такую хрень в комментариях, реально. А если вы найдете сходство, то, блин, ду, вы молодцы, у вас глаз алмаз, и идите нахрен. Ну, а все, кто пошли нахрен, пускай идут своей дорогой, а всем, кто остался досматривать это видео, ну, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, чтобы это видео вышло в топ. Да, ребят, я хочу сказать то, что лайки провоцируют... Ну, знаете, почему лайки так активно выпрашивают блогеры лайки? Чтобы их видео вышло в топ. И чтобы их посмотрело больше человек. В принципе, я то же самое могу сказать. Ребята, ставим лайки, подписываемся на канал. И всем удачи, всем пока-пока.